Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 53 на странице 60, рабочей тетради для 2 класса, автора Маро. Запиши пропущенные числа и вставь в кружки знаки действия плюс и минус, так, чтобы получились верные равенства. Для двух последних равенств найди два решения, запиши одно из них. Пять плюс семь равно 12. 12 минус 3 равно 9. 8 плюс 6 равно 14. 14 минус 9 равно 5. 4 плюс 9 равно 13. 13 минус 6 равно 7. 12 минус 7 равно 5. 5 плюс 6 равно 11. 15 минус 9 равно 6. 6 плюс 7 равно 13. 17 минус 8 равно 9. 9 плюс 5 равно 14. 48 плюс 2 равно 50. 48 минус 6 равно 42. Или 36 плюс 6 равно 42. 35 минус 5 равно 30. Или 25 плюс 5 равно 30. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.